Всем привет, с вами Прия. Относительно недавно анонсировали новое дополнение для World of Warcraft Battle for Azeroth. И это означает то, что будет новый контент, будет повышение максимального уровня до 120, будет наша любимая фаза прокачки. От нее никуда не деться, 10 левелов все-таки вкачать надо. И при прохождении всех подземелий, квестиков, мы будем получать различные вещицы со статами. Но, что мы можем видеть по этой картинке? 185-й левел — это итем левел зеленых вещей в новом дополнении. 185-й. Не какой-нибудь там тысячный, 1100-й. Мы уходим от этих цифр. Мы уходим от больших цифр, и это на самом деле, чуточку печальненько, потому что это происходит впервые, и привыкнуть к этому будет относительно трудно, потому что item level старых вещей будет занижен. Знаете, допустим, когда мне говорят 277-й эквип, я сразу вспоминаю цитадель ледяной короны. Когда говорят 416-й, я сразу вспоминаю item level с души дракона. Да, а теперь у нас 305-й эквип будет падать с Анторуса, а именно с последнего босса. Сейчас я зайду в игру и гляну в текущий момент с Аргуса, какие у нас вещи падают. Это получается с Нору. А, это с Мифика нам показывают даже колечко. В текущий момент с Мифика мы получаем 970-е вещи, именно с Аргуса. Item level кольца будет занижен до 305-го, то есть снижение на 665 эквипов. Почти число дьявола. Ну ладно, не будем об этом. Статы отличаются друг с другом, то есть актуальность рейдового эквипа или даже PvP-эквипа, если вы профессионально занимаетесь PvP и получаете элитный шмот эквипа 940+, он будет актуален, ну не знаю, наверное, до 105-107 левела. Ой, 105-107, 115-117, ну, я так думаю. Ну, отдельные вещи со всякими там сокетами и третичными статами будут актуальны большее время. Вот еще один интересный скрин. Это что-то типа Аркана Кристалла, ну, этой самой сильной тринки, которая называется Нестабильный Чародейский Кристалл. 31 крита, 31 хасты, 31 универсальности, 31 искусности, 215 эквип. Вот так вот. Ну, это, наверное, за квестик какой-то будут давать. Что еще есть? Вот скриншот, как мы получаем вещицы с квестов. 195-е. Вот. И еще один скриншотик. Это количество ХП у человека, одетого, я не знаю, скорее всего, в зеленку этого дополнения. Ну, действительно, зеленка дополнения очень слаба. А эпики прошлого дополнения очень сильны. То есть, если на кольце зеленым мы имеем всего лишь 43 стамины, то на колечке с мифического Анторуса, а именно с босса Аргуса Порабощенного, мы имеем 132 очка выносливости. То есть разница, ну, в 3 раза. И говорить сейчас такую мысль, что вот, у нас будет 15 тысяч хп, это все мало, это нам недостаточно, да успокойтесь. У людей, которые играли в Легион, будет при старте дополнение, ну, не знаю, 30-40. Мне так кажется. Это 30-40 тысяч, на самом деле, это значение, которое было при старте Катаклизма. У дамагеров, которые были относительно хорошо одеты в эквип с цитадели Ледяной Короны. Да, получается, возвращаемся во время Катаклизма по ХПшке. Посмотрим в итоге, как ХП разгонят к окончанию Battle of Azeroth. Ну, дополнение этого. И будет видно. 4000 маны. За место 1 100 000. Хотя нет, там же. Но это, скорее всего, указан нам совух. То есть это полоса лунной энергии. Совухов. А, ну у совухов лям 100, все верно. Просто у специализации мишки и кота, по-моему, 220 тысяч маны. Если я правильно помню. Ну, весьма интересно, на самом деле. И интерфейс маленько изменен. Это, то есть, ну, классический интерфейс, и он реально изменен. То есть, полоса опыта теперь под способностями.
Полоса скиллов одна. Полоса дополнительных скиллов тоже одна. Неужто нас ожидает такое малое количество способностей, что нам специально уменьшают панельку? Это, кстати, тоже еще интересно на самом-то деле. С другой стороны, это будет очень печально. Ладно, посмотрим, что нас будет ждать дальше. Всех вам благ, счастья, здоровья, удачи во всем. Ждите топовую информацию, там, подписывайтесь на канал, лайки ставьте, там, делайте подписос. Ну, вы знаете, что делать. Там, лейку ставьте и делайте подписос. Все, это девиз. Да, не болейте, как я. Будьте здоровы, берегите ноги. До скорого.